Немцы супертанк изобрели, говорят, порвет врагам всем анус. Неужели это Тигр-3? Нет, ребята, это Маус. Наш мехвод вдавил гашетку в пол, и движок ревет под нашей жопой. Но асфальтовый каток быстрее едет даже вперед жопой. Горки разогнались, 25, нам кричат, несетесь слишком быстро. Это радиоэфир порвал крик эстонского танкиста. Негодует Себастьян Фетель, матерится Михаэль Шумахер. Оба задают один вопрос: нужен танк такой нам нахер? Я бы танк сменял свой на авто, даже на приору махом. Ведь наш Маус напрямой унижает даже черепаха. Я б пошел в Нюрнбергский трибунал и вопрос решил там очень быстро. Тот, кто мышке дал такой движок, вот кто настоящие фашисты.